Своеобразный подарок к Международному женскому дню подготовило национальное телевидение Чувашии. Этот праздничный день стал датой официального выхода наших программ в спутниковое вещание. Подробности в нашем следующем сюжете. Национальное телевидение Чувашии отныне доступно жителям не только Чувашии, но и европейской части страны. Зона вещания простирается от Калининграда до Ханты-Мансийска. Нас смотрят и слушают 10 миллионов абонентов, в том числе и участники, и гости праздничного концерта Стаса Владимирова, на котором состоялась презентация выхода национального телевидения Чувашии «Спутниковое вещание». Компания «Мир Антенн» подготовила розыгрыш специального приза. Спутниковый комплект «Триколор ТВ» получила в подарок Надежда Степанова из Чебоксар. Надежда! Салама, прозира Надежда! Юларсем Таргашин, те парни не пома, Булдарадар. Друзья, пожалуйста, вручайте главный приз. Парни, полную версию праздничного концерта смотрите 25 марта в эфире национального телевидения Чувашии. Напомним, что на спутниковой платформе Триколор ТВ наш канал расположен на 823 кнопке. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаметов, Республика.